сначала полностью. Левое зеркало смотрим. То есть, в принципе, его так встать можно? Так? Да. Конечно. Вот здесь нет. Ну, здесь нет. Это же как мост, ну, такой считается, правильно? Здесь можно. Вот здесь можно. Везде можно, везде сплошное здесь. Здесь вот нельзя сплошная. То есть вот висит знак, значит перекресток, правильно? Не всегда. Не всегда, да? Может, прилегающая территория. Вот, и как определить? Сквозной проезд. Вот висит знак, остановка запрещена. Дальше опять знак, 40, еще и остановка запрещена. Вот это же не перекресток, здесь нигде, нет. Здесь нету нигде, это все прилегающие территории, выезд, правильно? Только зачем знаки дублируются, мне интересно. Непонятно, да? Если не было перекрестка, значит, он не отменяется, правильно? Конечно, да. Их понатыкали кому-то дублирующие знаки. Вот это у нас пешеходный переход. Получается, здесь на остановке я остановиться не могу. Нет. Вот перекресток. Вот перекресток. И, соответственно, действие знаков, ограничение скорости и остановка запрещена, они отменяются. Да. Соответственно, я могу включить право поворотника и вот здесь просто остановиться. Включи право поворотника и остановиться. Я стою. Теперь поехали. Быстренько. Раз. В прямом направлении.